Как мы с вами и договаривались, по поставкам углеводородного сырья рабочая группа, она, в принципе, работает в таком же составе, здесь полный состав ее, будет не просто мониторить ситуацию в мире, но и предпринимать меры по загрузке наших нефтеперерабатывающих заводов. Мы договаривались, что мы периодически будем встречаться, и вы будете информировать меня по работе группы по тем вопросам, которые вы рассматриваете, а также докладывать по тем вопросам, по которым надо будет решение президента. Я поручал руководителю этой группы, главе администрации, чтобы рассмотрели новое предложение Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Такие предложения от россиян поступили 3 дня назад, и мы договаривались, что сегодня рассмотрим эти предложения. Если в целом, я так понимаю, россияне пошли полностью на наши предложения по поставкам нефти. Да, так понимаю. Это предложение поступили на заседание рабочей группы. Понятно, понятно. Вот этот комплекс вопросов по углеводородному сырью, которое мы покупаем у Российской Федерации, о работе наших НПЗ, о удовлетворении спроса внутри страны на бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты, и о поставках на экспорт нефтепродуктов. Это целый комплекс вопросов, которые мы кратко должны сегодня рассмотреть.